Вначале Бог творил. И, очевидно, в помощниках тогда никто не состоял. Звучало слово, нас потом достигло. Далекий факт, что из него я взял. А то, что Слово Божие есть сила, не упрощаю, говорю как есть. Потом пророки нам провозгласили быть благовестником, воспринимай за честь. Насли же изверги, а проще изуверы, кто Слово Божие нахально подменил. Насколько же поступок их был скверным, вмиг оказались наги у стремнин. Бог Иегова многократно звал, взывал к отступникам слепым многообразно. Но перед словом дьявол громоздил завал, пророка порвал, бросал в колодец с грязью. Тысячелетие в пренебрежении слова. На первый план краеугольным камнем возник монах, и путь живой оплеван. Евангельский работник в неизвестность канул. Нет Библии в начале и нет ее в конце. Все к послушанию Аввам воскурилось. Выискивал живых монашеский скелет, затарил видение и гнилость. В начале дня всех дел и путешествий, да будет Слово Божие началом, в восторге словословия прошепчем и к Библии заветной чон причалим. Ревнители божественных святых словес несут их тем, кто в горе и в печали. Иисус Христос воистину воскрес! И воскресение началом всем начало. Русь не на Слове Божьем созидали, и нет до ныне в этом раскаяния. На благовестии стертых нет сандалий, в дыму трезвонят сонмы окаянных. 21 ноября 2008 года.